Корнет Оболенский, налейте вино. Кстати, левел у меня первый сейчас светится. Ну, у всех сейчас первый светится. Что с сервером тут? Это, скорее всего, патч будет сейчас. Буквально сейчас все поиграют и патч. Я на прошлой неделе такое заметил. Был поиск, а я в автономном режиме. Вы нет? Нет. Был так поиск, мы тогда... поиск, а потом... Восстановление сети. Опять. А, ну ты возвращай, это у тебя сетка упала. Так вы же там остановите что-нибудь. Нет, у меня идет поиск, ты вернулся, ты уже в игре. Это у тебя сетка упала. А, просто сетка. 51, 59, 5 армона, 290. Это называется, как называется способность, Nether Toxin. Это называется Nether Toxin. Называется Valve, играет под Китай, не помню. Тай ночь, поэтому можно обновляться. Какая способность имеет этот звук? Какой звук не слышно. Сейчас Китай ночь, да? Ну там раннее утро, а в Америке ночь. Да, или там что-то такое. В Америке наоборот день. Ну, короче, Китай плюс 6, плюс 6, а в Америке минус 6. Да. Все, нашло. Китай еще должен там резаться. Европа идет нахуй. А Европа идет. В Китае плюс 6, то есть это сейчас в Китае 9 плюс 6, 3 часа ночи, а в Америке 3 часа дня. Самое время. Ну да, нормально. Ну, как Team Random вообще китайская ассоциация поступила вообще, я не знаю. Какой-то вообще бред. Чувакам не платили зарплату, понял, китайская ассоциация приняла сторону этих. А что их вообще там забанили? В чем их преступление? Так и не понял. Короче, там есть такой небольшой скандал. Они ж выиграли International, это типа самая сильная команда была в мире, да? Угу. Вот, Wings. Крылатые. Там, короче, ихний там менеджер забрал, что-то там деньги как-то себе, большую часть, короче. Игрокам досталось меньшую. Вот. Потом перестал им платить зарплату. Угу. Вот. Ну, короче, типа, они ж везде, естественно, как они чемпионы мира, они везде получают инвайты, приезжают, там все время выигрывают какие-то там деньги, ну, неважно какие, но все время выигрывают, типа, понял? Ура, блядь! Им не платится зарплата, нету, типа, как бы, ну, никакого контента с ними, типа, понял, как бы, ну, и они, вот, получается, приглашены, получают инвайт на мажор, да, на киевский. И ситуация в чем, что им не платят зарплату, они приезжают на мажоры и тупо подписываются как Team Random, понял? Потому что, ну, как бы они себя уже не причисляют к этой организации, потому что им не платят зарплату, вообще, как бы, понял? Ну, да. Занимают там на Team, на мажоре какое-то там место, кстати, они довольно-таки неплохое место заняли там. Вот, выиграли какие-то бабки, короче. И типа вроде как бабки никому не знают, куда перечислять, типа, понял? И ихний менеджер подает на них, типа, как бы, суд, типа, иск, типа, понял? Угу. И отсуживают. Они отсуживают или он отсуживает? Он отсуживает, да.
Ну то они просто лошары. Не лошары. Ну да, юридически. Просто китайскую сторону приняла организация их, AIS, там называется, или как там она называется, AIS. Да. Она приняла, она просто взяла сторону менеджера, понял. И их забанили вообще в Китае, они не могут в Китае играть вообще типа ни с кем. Вариант какой? Я говорю, они изначально просто плохо к этому моменту подошли. Они не могут играть в Китае, но Valve их стопудово будут приглашать, если они будут дальше выигрывать. То есть Valve и Китай — это разные вещи. То есть вариант какой? Они по-любому получают инвайт на International, это 100%. Но вот как бы если есть бабки, берешь этих чуваков. Они очень крутые чуваки, они очень перспективные. Это не Na'Vi, это не VP. Но эта команда уровня OG, то есть они реально очень жесткие. Ну вот, если вы смотрели финал, это примерно вот такой уровень команды. Просто у них сейчас там, ну, из-за того, что у них не пойми, что творится, как бы. Ну, вообще не пойми, что творится, как бы, и они как бы поэтому играют вот, ну, типа фуфан, понял. Хотя пики их не очень крутые, на самом деле. Они такое берут, что там, как бы. Не, ну, там берут Omni Knight, а там, короче, в харду, Omni Knight там гоняет на хардовой линии, выфармливается, становится там полукерри такое, короче, ну. То есть они реально жесткие чуваки, это не просто там, как бы, они очень рукастые парни. Вообще они были самые. Они за прошлый International пикнули на и большее количество героев. То есть они играли вообще, у них пул вообще, ну просто тупо все герои, они могут любыми героями играть. То есть не так, как вот ВП играет, типа там Урса и там. И еще там тремя героями, да, там они реально Игорь. Играют всеми героями, какие только есть. Это очень крутые чуваки. Компетент. Разбирайте там руны, кому там надо. Я считаю, что, ну, как бы, такие парни, вот сейчас бы вот, реально были бы бабки очень большие, ну, ножи большие, действительно, деньги, просто продержать их 2 месяца, там, вот как Юрий говорит, оформить им буткемп какой-нибудь, чтобы они могли потренироваться в Европе. То они поедут на International, они лям точно увезут. Я думаю, что они поедут на На саммит? Да. Но если у них будут бабки, ты же понял, что у них проблемы с деньгами, с финансированием. У них реально проблемы с финансированием. Так инвайт на саммит, они же там все оплачивают. Так. Они там будут жить неделю. Ну а жить после этого, чтобы на International делать. Это да что за, блядь, гребаная козлина. Поэтому он и в лоу приорити, потому что его колбасит. Ты не заметил, что в лоу приорите все время люди отваливаются? Да, играют, потому что играют люди с плохими нет. Да, потому что и, ну, они отваливаются по игре и получают лоу приорите из-за того, что они отваливаются по игре. А, ну это как шпак, он вроде как не отваливался, а как получилось. Ну, раньше у меня такое было с интернетом. Ну да, я жарю, помнишь? Да, 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 у меня раньше такое. Я, то есть, я как бы не люблю выходить из игры, потому что я все-таки пытаюсь вытащиться даже из сложной ситуации. Довольно выходит. Да, у меня получается, я выхожу, потому что. Подождем. Ну как бы это да, это очень, очень, очень сильный герой, он нам нужен. Конечно, нужен. Проблема Женя, знаете, в чем? В том, что у него осталось мало на одну клетку. Он сейчас ее даст, и мы проиграем линию. А, нахера же он дает? Я не знаю, он дает по КД. Потому что он... Все, уже нет ума. И весь наш Женя.
Был такой. Что, зашел чувак, нет? Нет. Ты что, можешь поставить? Да. Я уже поставил. Кстати, если бы я этим играл бы чуваком, он сейчас раздающий крепко, конечно. Да. Женя пытается сделать отводы, которые он в принципе не умеет делать. Я, кстати, тоже не вообще даже с этим сложно. Элементарная штука, ты просто, там даже не надо знать тайминг. Я не понимаю механику, это надо просто подойти и ударить, просто подойти и ударить, слушай меня, просто подойти и ударить нейтрала, вот, например, вот этого, да, и вот так вот выйти. Сюда, когда твои крипы идут отсюда, вот так. И они переагрятся сами. Ну это был Баратрум, это был всем. Ну это понятно. Скажи, пай. Что вот в этот следующий. Еще раз бара все идет. А знаешь почему? Почему? Ну, я просто тебе объясню причину. Женя просто... А? Женя просто потратил всю ману в клетку. Женя ко мне хорошо. В общем, я это зависимые вещи. Я вижу, что у нас, блядь, неапнутая кура до сих пор. Женя сейчас умрет, хочу. Смотри. Бах, бах. Женя умер, смотри. До свидания, Женя. Ну, это проблема. Почё, чё ты не побежал? Ты же видел, что я бегу, чтобы кастану. Женя, это глупо, лететь под вышку. Одной печки не хватило, одной. Повезли. Мы зашли уже за вышку. То есть я виноват, что Женя пошел и слился под вышку. Логика у человека железная просто. Сейчас у человека логика, блядь, я вообще не понимаю обстоятельства, Баратрум, блядь, сейчас опять ко мне придет. Элементарно. Так. Быстрее ты говори. Включи ничего. Не включил, а качаешь на максимум. А, то есть мне не третью качать на максимум, а шрапнель? Конечно, все качают шрапнель. Все нормальные люди качают шрапнель, потому что это твой нюк. Не, на максимум? Да. Я всю жизнь говорил, что нужно качать нюк. Это так, да? Ну, типа того, да. Понял, да? Смотри, я выжил, да. Да, и что я прилетел, мы их убили. Заметь, прилетел не саппорт, а я. Хотя должен был прилететь саппорт, дать клетку, и все, он под шапнели умирает. А я две даже успел шапнели дать. Да, если ты вкачал бы на максимум, то ты бы дал бы три и забрал бы обоих.
Евгений, это просто механика доты, как бы. Такие маленькие такие фишечки. Я ж по старой закалке качаю третью. По старой закалке нужно качать нюк. Раньше у него был нюк бесполезный, потому что шапдель была одна. И она не давала ему ничего. Что такое вот этот нюк? Нюк — это твой скилл. Боевой. Атакующий. Давай попробуем его. Только подожди. Понятно, Женя подождал. Я так понимаю, разбара у меня, значит, кому-то на лайнах нет. О, блядь, никому... вернулся, ёпта! Женя подождал, конечно же. Сука, с Зевсом, блядь, вначале живет, если не то, что не так заедет. Нет, он тебя не вообще никак. Ты должен позиционку правильно занимать. Он тебя вообще ничего не делает. У тебя дальность атаки больная. Так я же ее не качаю, больная. Ты же говоришь, нюк качать. Я поделитесь. Ты качаешь дальность атаки и нюк. Вот такой нюк, это там молния, это там. Ну, это вещи, которые. Давайте кто-нибудь, блядь, ну пиздец, я им почти все кабины позбивал. Зевс вообще ушел жидкий. Блядь, как так играть вообще? Ну это к Жене вопрос, почему? Вот, задай ему вопрос. Ну Женя не прилетел? В скайпе, я кричу вот просто. Игорь, я не могу, у меня был КД телепорт. Я не могу к тебе просто полететь по КД своего телепорта. Я к тому же. Женя не понимает, как это делать, он этого делает в жизни. Ну что, давайте я буду играть саппортом. А? Я предлагал, давайте я буду играть саппортом. Давайте. Как вы тащить будете? Вы не против, мне нравится саппортом играть. Да уже никто, уже, блядь, на миде просто всрали все, что можно было всрать. Игорь, я тут прощаюсь. Чё ты кричишь вообще? Я возмущаюсь, что ли? Скажи это Жене в скайп. Не в скайп, а в игру. Я не могу говорить игру для микрофона, Калич. Сейчас опять придет Бара, блядь, и придет. Бара у меня, блядь, у меня трое. Я не знал, как же как отмансить, что ему два крипа отбивают пол кабины. Умеет же. Просто два кайпанья. Крипа отбили пол кабины вообще. Я-то выжил, только бара же сейчас будет пролетит, ёбаный. Так, ну, не проще ли пойти полечиться? Куда пойти полечиться? На шрайн. Хотя бы на шрайн. Для бары похуй, шрайн, не шрайн, навелся и все. Тогда можно отойти на базу. Там, это бара, но я и отойти. 0-5. Я понял, Игорь, я понял. Ну, то есть отойти на базу — это реально сложно. Носи с собой. Это реально невозможно. Это возможно. Когда навелся бар, ничего бара не может, это бесполезно. Ты имеешь в виду, если взять там скролл портал? Да. Например, это один из примеров, как это делается. Согласен, да. Можно просто и пешком выйти на самом деле. Потому что он ломится под вышки, вышки ему отобьют очень много жизни. Да.
Сука, ебаный куб. Иди сюда, блядь. А вы тоже там это самое, да? Хороши. Я думал, один я тут будет. Не, у нас тут все хорошо вообще. Я вижу 11. Бара-бара-бара-бара-бара-бара-бара. Самое главное, что если так продолжить, я не вытащу никак, потому что у нас нет вейтап, кроме меня такого. Какие варианты, что делать? Не умирать. Как? Это уже вопрос задай себе. Я тебе называл несколько вариантов. И подсказки хороши, конечно. Я знаю, что надо не умирать. Я тебе называл несколько вариантов. Держаться под вышкой. Я вообще под ней только... Например, за вардей. Я под ней без... Что я за вардей? Нахер оно нужно вообще? Ну да. Ну да, так и есть. Бара прилетает туда. Что толку эти варды от него? Бара контрится элементарно. Чем? Есть 1 000 000 артов, которые его контрят. Ну каких артов, блядь, если я 6 раз сдох? Игорь, ну это уже как бы... Я даже умираю 11 раз, я равно фармлю артефакты. Проблема сугубо в тебе. Естественно, что проблема во мне сугубо. У бара осталось, блядь, так мало хотя бы. Мать, он жирный. Просто ко мне ни один саппорт не пришел, кроме тебя. Я не саппорт. Не, я говорю, ты пришел, но адресатор не пришел вообще ни разу. Нахуя, ну я 6 раз. Виноваты, блядь, вагоны маленькие Давай.
Не надо вестись ни на какие там. Моргание там, да, да, да. У нас тут даже моргает. Не надо вестись на туда. Просто не надо. Нет, горелку не бросить. Так, что там Зевса надо убивать, да? 13 левел. Your middle tower is under attack. Давайте на топ. А что именно на топ? Ну там нет основного нюкера. И нет ульты. Есть морф, нужно попробовать его убить. Дай на меня хаст. Почему, блять, вы запрещенный крючочек бросаете, сука? Еще, замедление. Блять, да это же иллюзия, блядь. Дали? Зевс идет, давайте его примем. Он прямо к нам в лапу идет. Зевса надо. Просто зафокусить Зевс. Все, вот отходим, все, отходим, Зевс сейчас раскастуется, блин, отходим 30 раз, надо было сказать, да, блин. Ну, кастуется же оно быстрее, чем отходится. Отходится оно нормально. Бара бежит кого-то из нас. Пошли, попробуем Зевса убить. Он дал этот. Я уже все не убил. А что, кстати, с вардами? Это у нас уже другие деньги должны пойти. Женя читает вопрос. Стан. Да. Отходим. Просто отходим. У нас камбэк очень жесткий сейчас произошел благодаря этим камбэкам. Ну, Игорю, конечно, непонятно, что он. А это не Игорь, это Женя. Да, это, конечно, парадокс игры. Пойдемте убивать их. Давай сюда что-то. Еще одна шахта. Давайте сюда косты. Блин. Вот тут вот.
Можем Зевса еще раз. Он сейчас убежит, конечно же. Не, не убежит. Серег, я себе курицу вызвал, ты ее у меня перебил. Давай. Давай. Лох вообще. Просто убит вообще. Давай, шрайн, юзай мне. Юзайте, мне не надо. Женя решил под вышкой вляпаться. Блять. Вот спасибо нам. Не, не надо. Дай мне наушники. Давай, давай, клетку. За клетку. Так. Нахуя был ультим в одного человека? Ну ладно, было бы. Это моя последняя игра. Нервов. Некомфортно. Пошли. Пошли сюда. Вон пошли за Зевсом. А, вон бара, бара. Давайте бару. Что такое? По-моему, там... Пошли наверх, а чё? Сбреем вышку. А, ладно, да. Мы помедленнее сбреем. The enemy's middle tower has fallen. Игорь, ты не туда идешь. Я уже понял. Я уже вернулся. Потому что я понял, что тут морфар. Вот вы пошли не туда. Пошли. Тут что-то сейчас будет. Так куда идти-то? Ну давайте отойдем, да ладно. Пойдемте этого сикера убьем. Пошли, 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 пошли. Ох, Йорген, ты такой, что тебе подойти. Хотя ж пока там сейчас погас. Ну, на самом деле, если ты подошел, ты бы мне не помог. Может, заберешь? Ну, чтоб им хотя бы не досталось, Ирец. А я сейчас выйду, блядь, получу мост сразу. А, ну, тоже. Он... А, не отходит, я возьму. Вариант. Ты пофармишь ДДшка, ну, по крайней мере. Да я пофармлю все равно за счет своей СПГУ, а не за счет руки. Не, ну, тоже вариант. Так. Что ты, Серега, там кряхчишь? Смотри, птичка. Ну так убиваю. Давай дальше, так что такое? Зевс. Он уже уехал на всех парах, и мы тоже отходим. Блять, нахуй. Там он за нами погоня. Погоня за нами. Куда? Женя! Наводись.
Ультуй! 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 Если ты мне, то у меня нету. А, нет, там. Пардон. Ну, маны на него не было. Я просто штрафнели там накидал. Нашрапнелил. А то я-то, конечно... Получается только если мы банды. Ну конечно. Тогда я бафаю, станю потихонечку. Идемте дальше в их лес, а чё вы так стесняетесь, ребята? Я не с дефаю, тут у нас башня не стоит. Вышка и все такое. Серёга, ты куда? Сейчас, я арты покупаю. Хорошо. Он заходит, блядь, и жертва, пошлите его примем. Подожди немножко. Правда, под шрам. На меня спор сразу. Ладно, все уже. Все уже. Так, все, я понял. Пиздите её, он, крипы горят, бейте. Под фан. Бара был готов внизу. Бара есть внизу. Ну да, у меня там гроб. Сейчас у него уже перезарядился первый этот, и он может так вам лететь. Там ДДХа лежит, пацаны, ребят, заберите, ребят, кто там. Бигей, кто там ДДХу пользует? Почок. Hello, блядь. Чок там занимает. Ого, блядь, это уже винка. Хороший, хороший. О, Евгеныч. Раскартовался. Красотья. Кто-то не унимается, пацаны. Бристлбек решил все-таки, что он недостаточно нафидил. Надо нафидить еще. Я сейчас за Зевсом. Чему, говорит, убежали? У нас так принято. Не шарит чувак вообще в убеганиях. А лейту сильнее у кого? У нас или у них? Конечно, у них. Ну если ты оденешься, блядь, то может у нас есть шанс. Нет у нас шансов. Нет. Я не оденется. Короче, у них, да? Нет, плохо. Я думал, лайфстилер это контра всех. Кого? Всех? 15 героев убил, пошел с руки или что? Уходи. Нет, ты умер, я не могу. И сильно много. Бристол бежит в тебя. Я вижу. Ну какой пидор, а? Сейчас я ему покажу. Игорь, мой мод! Все, отходим. Инвиз никому не надо. У меня свой.
calls for me. А мне что же надо, инвиз, да? Тебе не надо. А что мне надо? Мьёлнир. Хорошо. Мьёлнир. Не убивайте этого крипа. Сейчас я в нем посижу. Когда ульта через... Не убивайте этого крипа. Я попался, блядь. Зевс, ёбаный. Как он меня видит? Наверное, там вард был или что-то такое. Да, тут, ну, наверное, вард. Гулял, бру. Наводись. Всё. Игорь, ультуй. Ага. Да ёп. Бросай этим трюк. Я иду. Я рад. Мне что-то кажется, что мне нужен квиз, а не мастер. С таким успехом, хотя хер его знает. Против Зевса, да? Тебе нужен квиз. Не, ну... Скорее, Зевс правит в начале. Серега, уходим там. Да, я вижу. А, у тебя индус. Я ушел. Женя решил себе просто какую-то... Давайте я себе принесу мегабашер, и мы просто выиграем его. Давайте. Давайте. Так а что нам для этого сделать? Ну, я просто его принесу. А, так неси. Я вообще в таверне. Бара пошел на этом. Да, я вижу, стой там под тауром, я тебя сейчас спасу. Стой под тауром. Выходи, выходи. Да ты шо, вот это он у нас поспал. Я себе, блядь, он был. Меня убил. Я вас разберу, вон отвалит, если меня убил. И он поспал, типа. Так что под этого добрали, блядь? Он живый, да? Он не живый, он перекачку просто включил. Давай, стреляй, стреляй, Игорь, стреляй, 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 стреляй. Нормально, нормально, нормально. Все выбежали. Где там пятый, пацаны? Все. Морфа я успел убить. А, ну ладно. Дело в том, что сразу должна идти следовать этот прицел снайпера, а его не было, ты понял? Он включает перекачку. Что-то будем делать дальше. Так, Серый, по поводу прицела ты мне сейчас вот объяснишь, чтобы я дальше понял. По поводу, уже можно ничего не объяснить. Жизнями против Зевса. Против Зевса не стоит ходить с такими жизнями.
Поэтому же и хотел что-то собрать такое, чтобы на жизнь, может быть. У меня всего-то их... Ну, да, инвиз на жизнь как раз, да, то, что ты хотел собрать, я понял. Ну да. На жизнь ты можешь собрать все что угодно, начиная с Алибарда и заканчивая Оком Скади. Потом же там собирается Сильвер Эдж, а он же сам вот такой... Заканчивая Оком Скади. Скади, думаешь, мне брать? Тебе очень жестко Оком Скади. Чушь ты сразу мне, ну ладно, уже теперь Мьёлнир. Игорь, и просто я не могу тебе, я тебе могу назвать все артефакты, которые тебе жестко, ты их соберешь все? Не, ну Мьёлнир я уже взял, все, теперь буду тарить Скади, да? Правильно? Все, буду тарить Скади. Блять, а нахуя я качну? У меня было плюс 60 в минуту, а я качнул какую-то хуйню себе. Ну да. Это вот ошибка, да. Еще зачем ты влез туда? У них там оказывается Зевс самый жесткий. Я там отобью сейчас. Ну, правда, Бара ко мне может прийти, поэтому, конечно. Его сразу отталкивать, драгун. Ребят, а Мьёлнир этот вот, его что, цеплять на себя надо или как? Когда вот замесит. Ну, или на союзника на какого-то, можно, да? На себя можно на союзника, да. А, ты... там тебя вороной находили. А, да? Ты этим самым пользуйся, Игорь. Отталкивай прям. Так у меня же его нет, у меня Dragon Lair. А, да, все, пардон. Я же этот не собирал. Второй не собирал. Yes, Бара навелся. Ну пусть идет, сейчас мы пизды получим. Ты такой бодрый, блядь, этот Бара. У него хоста. Я понял. Для того, чтобы ее сбивать, нужно собрать какие-то ветры, какие-то артефакты очень полезные. Серега, мне, блядь, как раз канает ветер. Навелся, не? А, нет. Вы не пробовали убить его? Пробовали, я вот убил только что. Просто я сдалека стреляю, ну, Огр же не будет его убивать, или Бристлбек, правильно? Ладно, ГВП всем. С другой стороны, я не бил тогда героя, если бы я бил героя, я бы его убил. Да. Всем спасибо, ГВП. Поехали на. А прожать из эту хуйню нельзя было? Уже поздно. А телепорты купить нельзя было, не? У меня есть телепорт. А чего вы не телепортируете? КД у меня телепорт. Не, у меня он есть, и он не купил. Вот и вся наша. У нас то нету достол, еще какая-то нет. Ну извините. Ну да. Вот единственное, что я от вас могу слышать, только ну извините. Зевс Галина. Давайте соберемся и будем. Не знаю как. Всех шпаку сюда, эй! Они не могут убить своего. Ай, прикол. Очень круто.
Я к вам иду. Уходи. Сука. Да давайте ж помогайте мне воевать. Да что ж не, ну у нас Бристил Бэт на какой позиции вообще находится, ребята? Должен находиться внутри там, с тобой. Он находится где-то в жопе, сзади. Говна кусок, блин. Прикольно, меня дают все. А как вы там нарастали, я не понял, от кого? От одного героя или от кого? От того нарастали. Я говорю, что приступаем, должен танковать. Я говорю, что неплохо бы КБ собирать. Климер кейпы какие-нибудь. Какой помойки опять проиграли вообще. Морф даже не собрал шутган, мы проиграли этой помойке. Отлично. Это нам не поможет. Я так сделал 20 раз, и нам ничего не помогло. И еще могу 20 сделать, и толку никакого не будет. Он профукал свой скилл на меня. Вы можете убить. Снайпер должен идти первый, блядь. А вы чё вообще сзади там пристряли, хлопцы? Может, идем? Стесняем вас. Огр первый идет. А куда вы идете без меня? Можно вопрос? А? Браво. Браво. Минус 4. Брависсимо, паны. Yes, master. Ну да, были бы с тобой, ты бы всех убил. Но это я сейчас не это, не сарказмирую. Реально убил, но что-то тебя с нами не было. А нахер мне выкупаться? Да.
Да игры уже не будет, можно не выкупаться. Не, если надо будет, я выкупаться. А смысл? Понимать, что надо. Ну ничего страшного, убивают. Мы просто по максимуму помогли в этой игре. Your bottom tower has fallen. Your base is under attack. На чем вы здесь лазите, если они придут сейчас на базу? Вам без вышек удобнее с ними общаться? Или что? Да. Что вы забыли? Я знаю, что я забыл, а что вы забыли, не знаю. Я вообще-то верный, я ничего не забыл. Я вам говорю. Your middle tower is under attack. Ой, расклеился, да, что-то? Погнали дальше. База горит. На базу кто-то вернется, ну? Your ancient is under attack. It's not time yet. Yes, master. Заводись на ворота. Да что я умный. Да нет, Серега, ты живой. Пошли, пробуем. Там кто-то поверху идет, правда не знаю, сдохнет, нет, но тем не менее. Бейсов. Зевсон. Ну я что-то не удивлен. Ну а где это ты? Нет. Сюда не входит. Выходи из этого. Нет маны. Это шо, как это произошло? А, они ну, этот собрали какой-то. Да, я понял. О. Алебарду он еще раз не сбрасывается ничего. А БКБ. А, у тебя ж, ну, у тебя БКБ встроенный, типа. Алебарда не сбрасывается ничем. Ты слышишь, что я говорю? Не знал. То есть если ты под первым скиллом, то пофигу, да?
ну, не сбрасывается, а именно если ты под первым, на тебя его можно накинуть или нет? Нет, накинуть нельзя. Куда ты идешь, Игорь? Ты труп. А, нет, ты зазевался или о чем-то задумался? А болевар, ну, я с тобой тут разговариваю. Я понял. Общаемся, чё? Что за бред у тебя в артефактах? Минус Женя. У меня бред? Да. Куда ты идешь, Игорь? Я же сказал туда идти или что? А шо у меня за бред? Уточните. Я не знаю. Бред. Я не знаю. Зачем тебе сапоги телепорта? Сапог? Я только что купил. Зачем? Чтобы глядеть на базу, чтобы было там все по красоте. Лучше бы ты гиперстол. Отбивай базу. А я что делаю? Он, я вышел. Я должен к ним выйти и отбивать. Отбивай. Стану, блядь. Стану. Спасайте шкуру. Ух ты, какой выкупливый, а? Игра одного человека. Да. Ну, как впрочем, и всегда. Да. Мне, чтобы гиперстолон купить какой-то полезный артефакт. Сапоги телепорт. Ты пушер жесткий? В данном случае я решил, что нужно сапоги телепорт взять. Ну, ты если что-то решаешь, то лучше спроси у умных людей, они скажут. Подрезюмировал ты. Оптимист. 45к это вообще третий результат в игре. После шпачка и Зевса. На хуй тут резюмировать? Просто если вдруг мы с базу пушим, туда надо быстро прилететь. Вдруг. Это могло стать решающим вообще моментом. И не на телепорте, а именно на сапоги. Забей. За этим я и купил. Забей. Потому что у нас... Да я уже забил. Ты его Ладно. Купил, когда ты прилетел на базу? Да, правильно. То есть, когда меня убили, и когда нужно базу дефать, ты покупаешь артефакт для пуша ихней базы. Я базу дефал прекрасно и замечательно. Я видел, да. Не, я имею в виду от крипов. А. Опять героя убивать не надо, не? Ну да, крипы. Ну а чем бы я их убил? Сам что ли? Гиперстолом. Ты стреляешь в два раза быстрее. Ладно, подожди, а Мьёлнира у меня не было с гиперстолом? Я не понял. Я не понял сейчас ответ твой вообще. Ну, у меня Мьёлнир есть. Мне ну, еще что? Один гиперстол купить. Да тебе можно хоть 5 гиперстолов еще было купить. И это было бы польза очень большая. Ты бы стрелял, что просто, что из пулемета. Ну, может. Да, криты можно было купить. Ну, вариантов было много, но ты выбрал. Сапог стоит 2000 несчастных. Ну, это криты. Ну, да. Короче, такое, как обычно. Это все из-за того, что в понос выкидывается Networks. Такс. Ну, хорошо. Это проблема, реально. Ну, чё, играть будем? Да, погнали. Я не знаю, сейчас так запотел и... Ну, в итоге ничего. Да, начало было такое развеселое вообще. Да, ну дело в том, что к 20 минуте я выровнял ситуацию. Да, я все видел. Просто мы играли вообще ни с кем. Просто это потому. Просто там было 5 нулей просто. А у нас-то дошло. Ну просто там он полоска, сиреневая полоска на общей ценности там говорит вообще
О, о том, с кем мы играли. Это, кстати, интересно. Графики, общая ценность. Сиреневая, да, говорит. Морф не собрал даже шутган. То есть мы вообще играли с человеком, который даже не знает и не понимает, как на нем играть. Да, кстати, это странно. Ботсикер собрал Скади и Сашу с Яшей. И Брис с Тараской. Это просто вообще, я не знаю. Брис с Тараской. Мы просто играли, вот вообще, это люди, которые, ну, которым мама читала журнал «Мурзилка», и вот они там что-то там слышали из этого журнала о Доте. Не, на самом деле, мне кажется, что Брист вот он все-таки недостаточно танковал там где-то как-то. Ну, понятно, что первая он половина игры сразу. Из игры было. Он пришел, когда все были 5-го левела, он пришел в игру. Я тебе скажу, что он еще довольно-таки неплохо вошел в нее. Там 5-й левел догнать, это, блядь, 10 минут. Или там его догонять. Неплохо вошел, но плохо вышел. Юрчик, как там Инет в Мукачево? А Юрец тут? Не знаю. Тут. Нету Юрца. Да я... Чё, он в скайпе. Тут он. Я ж посмотрел. Прикольно. Заходишь в игры, и такая вот красная полоска, такая приятная. Ага, у меня тоже. Single draft. А то было, я сам играл, у меня 6 подряд было выиграно. Mm. Есть ОД, есть Блудсикер и есть Пудж, пацаны. Один другого краше. Ух ты, Серега, второй раз подряд. У меня есть еще такой вариант. Вот такой вариант. Я возьму, бля. Да, давайте все вместе пойдем. Алло? Да. Алло, алло. Да, да. Есть рекомендации, что ему покупать вообще? Дай. Теперь этому герою нужно покупать 5 активных предметов. То бишь 4 став. Также ему очень жестко. Опять же, повторюсь, Rod of Atos. Угу. Также ему жестко Хекс, также ему жестко Пайк, который потом из АПС. Ну, вначале статуса можно начать? Можно с статуса начать. Угу. А качать ему что именно? Yes. Вторую, третью, первую, третью, Stalking. Вторую, третью, ультим. Угу. Ультим даже можешь вначале не качать. Я понял, да, он вначале особо бесполезен. Рискнем, все-таки это луна. The night sees all.
А кто на меду будет стоять? Ну, наверное, я. Раз Хускар идет фармить. Тебе вард поставить? Да, поставить себе можешь. Можешь тут просто поставить. Вот тут вот. Мне куда, вниз, да? Не, ну лучше поближе вот тут. Да, вот так нормально. Я вниз. Да, конечно, вниз. Серый, а ты можешь мне вот физику вот этого вот первого, второго, точнее, скилла объяснить? Что, ты закидываешь в астрал, по выходу из астрала человеку наносится дэмэдж и всем вокруг него. О, вот меня интересовало, самому человеку наносится или нет, наносится, да? А то я вот читаю, и мне казалось, что именно вокруг. Там написано, что наносится. У тебя ж русская дота, не английская. Вот у меня английская, я читаю, все понимаю, что написано. Ну тоже. Ну как, написано на английском сейчас вот здесь. Это странно. А что за хрень? Всегда было на русском. Йорген, мы с тобой? Нет. Как нет? Я наверху. Как наверху? Ты варлоком играешь? Нет. Я на экстракторе. No. У меня глюки или еще один Йорген? Пять Йоргена в игре. Я что-то не понимаю. Да, Йорген с тобой стоит, он тебя развел. Да не, он меня не развел. Боже, что-то у меня глючит. У меня просто еду достала вдруг английская. By starlight. Absolutely. Illuminating. Yes. Try to run. Not so fast. Far the night. Red moon. For dark moon. Good plan. The night. Юрий, не залазишь, ну зачем ты залезешь? Убьют. Quickly now. Hands to yourself. Salamene commands. What do you see? Yes. Да, да, да. А кроме урона он там на ману ничего там не дает, там им плохого кого-нибудь? Нет. Я? Типа маны забирает там что-нибудь, не? Нет, это я он забирал. Нет. Стекай. А все нормально, мне лечит. Let's go. And the night sees all. Let's go. Piercing light. Пья. Всех трех добил. Смотрите, ночь сейчас аккуратней. Балла пока что у меня, но он сейчас куда-то пойдет, он ботал.
Ой. I'm done being merciful. Who dares? Пошел yes. вниз. Уходите. Уходим. Что нам уходить? В лесочек спрятались. В завышку. Он над лесами летает. Это ночь. Он летает. We ride. Ночью прямо летать? Да, он может нажать свой третий скилл и взлететь. Ну, на 30 секунд. Ну да, но это все равно жестко. Читерство. Ой-ой-ой. Он за эти 2 секунды нас успеет напугать. Кто-то там мансит жестко. Да. On the prowl. Ого. By starlight. I'm under attack. Конечно же помощь была. От кого ты ее ожидал? Your middle tower. Ну кто там саппортов в прошлый раз просил помощи. Он сейчас пойдет к вам. Okay. Йорген, ты там хоть курочку? Баба мне. Куропаточку. Yes. Fire the knife. Come, Nova. Да, не хватило пантыша убить этого говнюка. Одного крипа. Жаль. Слайс. Луцент бим. Бай старлайт. Порт опять не приходит, да? Your bottom tower is under attack. Absolutely. Я не знаю, куда приходить, как мансиш активно. Не, ну просто нажимается телепорт и все. Ладно. Так, а где же его взять-то телепорт? Ну да, действительно. Это самый важный, это самый сложный предмет вообще в игре. Сука, летаешь, блин, там находишься. Да, зря 250 мэй поставил, как обычно. Ну, у нас вообще дизраптор есть, и варлок. У нас никого нет. Так что? У нас будет одна луна играть, как всегда. Ну, дай бог. Не, так даже несмотря на то, что я там 10 раз сейчас умру. Я все равно буду играть один. Как и всегда, в принципе. This will hurt. We ride. Ну, смотри. Я буду играть один просто. Blessings upon a loyal warrior. Stalking. Юрец, ты бы там подлечиться бы сходил. Алло. Ты тут? Швайна уже нет. Я уже. Швайна нормально. Нет, я вон этот самый заюзал. Ларите Пойсон. Да. А лечу ко мне спалил. The moon waxes, and my mercy wanes. On the frown. Что будем делать, парни? Я фарбик пытаюсь на лайне. Ой, хорош. Let's go. Иллюминейтин.
прикольно. On the prowl. А варды надо поставить. Кастануть этому идиоту, надо подойти, я не знаю, вплотную походу. Нет, нужно прокачать ее нормально. Прокачать. Она прикольная, что я его переденайл по крипам вообще просто. Ну, он просто был бомж. С одним ботом. Там ты говоришь, это разговоры в пользу бега. Yes. Да, это разговоры в пользу саппорта. Просто когда луна мантит, просто 5 минут ночью. Между от одной вышки уходит на вторую, как бы, и ни одного, ни одной хелпы. Мне так говорит о многом. Да, я с тобой согласен. Так, самое главное, что у меня там жизни не осталось, когда он ушел. Into battle. Run them down. Catch. Absolutely. Нету было надо. Quickly now. Наверху нет. Через минуту будет закат. We ride. Absolutely. Прикольно. Salamene commands. Hiya. Let's go. Good plan. Ну, а у тебя мана не? Это как это? Да. Нема маны. Взагалі-то. Ой-ой, ты еще отдал такой каст, отлично. Кого кто что отдал? Спасибо, Юрец. I feed you to my fiends. Stalking. Да? Спасибо саппортам за игру. Знаете, что против него помогает? Собраться. Yes. They will find my pathetic. Your top tower is under by attack. Starlight. What do you see? Your top tower is under attack. Dyer's structures are fortified. On the hunt. The enemy's middle tower has fallen. Hungry, Nova? Yes. Сделайте отводы, я выиграю. Настакайте мне грипов, все, я выиграю. Я вот этого вообще не понимаю, что ты сейчас говоришь. Куда какие отводы и что такое настакайте грипов. Помогайте им, помогайте. Видишь, божественный стан был. Да что ты сделал? Это просто. Lucent beam.
Нормально все получилось. Что нормально получилось? Ты спрятал героя, которого я уже убил. Вместо того, чтобы прятать кого-то другого. Прячу. Я прячу. Кто ближе? Как я спрячу другого? Куда ты идешь? Куда я спрячу другого? Прояви чудеса сообразительности. Уйди, Игорь, ты сейчас умрешь. Су, блядь. Я уже был мертв. Как я мог убить? Все, уходите оттуда. Let's go. Your bottom tower is under attack. Не надо ничего делать, Хуска. Пойдемте, пойдемте лучше убьем Шейкера. Он тем более использовал ультим никуда. Он ушел. Он ушел уже. Выходи на наш шрайн. Да что ж он поймать-то его не может? Что за кривой какой-то вообще? Игорь, а что ты там мансишь один против, блин, четырех героев, я не понял. Ты жесткий убиватор или что? А что вы там дрочите в кустах, блядь? Четыре героя, скажите мне на милость. Ночь дали. Ночь дали. Соберитесь. Кто там? Он кого-то убьют. Юрца убьют. Пойдемте ответим. Только все вместе. Пойдемте. Давай. Прячу. Я понял. Ты понял, что тебе так надо подойти, блядь, скорость сравнить. Класс. Смотри, на дизатор на счет попадать хоть чем. Мега говно игра. Что было вообще? Что есть такое? Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. У нас нет вардов, нет вижена на Баланара, и мы не собираемся вместе. Даже им взяться. Давайте его убьем день все-таки. Не, ну можно как бы вообще забить. Вот тут варды стоят. Можно убить вот, да, можно кого-то из этих убить. Тут вообще, в принципе, все никчемные, как бы. Ну, как и вы, в принципе. О, наконец-то.
получилось. Лично. Получилось сзади големов, и он поймал таких барьеров. Good plan. Получите, фашисты, гранату называется. Так, вот это сейчас мы что делаем, Юрец, мы с тобой? Не вспомнить, что делаем. Это не со мной. Серега, мол, нет, yes. Это голем, я думал, ты сзади идешь. Тут из рапта. Голем у меня автономная боевая единица. Тут есть вард. Где, покажи. Ну, тут стоял. Вот тут сейчас вард стоит. Вот тут стоит вард. Пойдемте вот сюда. Пору переюзаем. Да, все. Идите сюда, я говорю. Да не надо там ничего делать. Наверх идти? Ой, господи, ты боже мой. Да, нужно было идти наверх. Нужно было идти наверх. Уже можно никуда. Нет, так я сразу и шел, как только ты сказал. Давайте наверх. Юзайте тут, досты с игроки, он здесь стоит. Игорь спас человека. Это просто. Никого не спас. Не, ну я не угадываю, кто когда куда. Ты хороший, Игорь, вообще он просто не юзает там даже скилл. Господи, ты боже мой. А можно вопрос? Зачем его засовывать? Зачем его засовывать в свой вонючий астрал, когда он стоит в барьере и его дамажит? Ты мог своих любых людей прятать в астрал, они наносили бы дамаг, но при этом бы не отравлялись, блять. Кстати, хорошая подсказка. Самое главное вовремя. Игорь, я вот не понимаю, он натянул. Я же могу себя спрятать в астрал, правильно? Блин, нахуй все. Пизду, я отключаюсь. Скайп. Dark moon. Quickly now. Red moon. This will hurt. Try to run. We ride. Your good top plan. Tower is under attack. What do you see? Тут вард, если кому-то было непонятно. Your top tower has fallen. Так же, как и вот здесь вард. Heads up. Who dares? Тут стоит Рубик. Если есть у кого-то сентряк, можно его убить. Если нет, то давайте.
dark is... I'm... Turn them... Yes! Return to the outer dark. Is under attack. Ready for battle once more. On the prowl. Your middle tower is under attack. Illuminating. Is that it? Let's go. Your middle tower is under attack. Salamene commands. Your middle tower is under attack. Blessings upon a loyal warrior. Your middle tower has fallen. By starlight. Прячу, да спрячешь его. We ride. Attack. Stalking. On the prowl. Hiya! Ha ha! Insignificant. The night sees all. Embers. Yes. On the hunt. Come, Nova. Attack. Blessed be the guy who is in the turn. Let's go. Far the night. Yes. Absolutely. Quickly now. Hiya! Captain. Illuminating. Quickly now. Blessings upon a loyal warrior. Salamene commands. Уходите тупо дальше глубже. On the prowl. I'm not ready.
stalking. Taste my steel. It's not. Catch. Не надо напугать. Назад. Не надо нападать. Просто не лезь. Натягивай барьер. Натягивай барьер. Пошли его убьем. Good plan. Пошли его убьем. Let's go. Давай, 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 давай. I'm not ready. Not yet. It's not ready. Quickly now. Good plan. Fear them. The oblique world. Stalking. Is that it? The enemy's top tower has fallen. Yeah. On the hunt. Yes. This will hurt. The night sees all. Blessings upon a loyal warrior. Hyah! Radiant structures are fortified. Yes. We ride. You won't escape. On the prowl. For night's over. Absolutely. Let's go. By starlight. Не надо, у нас топ снесут. You... У него сапоги телепорта есть, не надо этого делать. Illuminated. Уходи. Salamene, не надо ничего делать, не надо, не надо, не надо, не надо, я говорю. Stalking. Lucent beam. Reopening. Ignite.
Let's go. Into battle. They'll never touch the stuff. Yes. What do you see? I'm not ready for Dark Moon. On the hunt. Slice. On the prowl. Dark Interval. Hiya! Far the night. Selimene commands. Black King Bar. Yes. Illuminating. Не надо ничего делать. By starlight. Death approaches. We ride. Crescent steel. Где досты? Slice. Yeah. When is no more. Good plan. Selimene commands. Your bottom tower is under attack. Absolutely. Quickly now. Мне нужны досты. Купите досты. У меня 6 слотов. Let's go. Досты центряки, чтобы они не уходили. Another death. Возвращаю, возвращаю. Who dares? What do you see? Я видел, что дальше. On the hunt. Who dares? Yes. Your middle tower is under attack. Себя, себя восстал, господи, ты боже мой. Your middle tower has fallen. Your middle barracks are under attack. Dire structures are fortified. Your middle barracks are under attack. Your middle barracks has fallen. Your base is under attack. Your bottom tower has fallen. Fear quiets magic. Sacrifice.
Your bottom barracks are under attack. Your bottom barracks has fallen. Your bottom barracks are under attack. Your bottom barracks has fallen. The woods are unsafe. My work is not yet complete. Piercing lightning! Who dares? My friends, my heart no longer freezes the end of your days. А дожди сегодня будут, нет? Я понял. Да, действительно. Нахер они вообще нужны? Верни его, просто верни его. It's not time yet. Yeah. Your top tower is under attack. А вернуть его никак нет. Да пусть несут, вы все равно никчемны. On the prowl. Тут рядом с вами, товарищ. We ride. Yeah. Your base is under attack. Quickly now. Death approaches. What do you see? Let's go. Your base is under attack. Let's go. Absolutely. Yes. The night sees all. Good plan. Yes. Illuminating. Fire the night. Stalking. Run them down. On the hunt. On the prowl. Stalking. Absolutely. The night sees all. Illuminating. Attack. Fire the knife. Salamene commands. Hiya! Roshan has fallen to raid by starlight. Oh, ashes. Your base is on the piercing light. On the hunt. What do you see? On the prowl.
Ну давай в него. Понятно. Досты. Правильно, зачем спасать Кора? Лучше дать куда-нибудь голема в какую-то помойку. Radiant victory.